Посмотрите, посмотрите, что делается. Ой-ой-ой-ой. Вот это ураганище. Вот это дождь. Приехали гулять. Этот мой мужчина, он никак не может гулять просто. Ему надо обязательно гулять с удочкой. Кто с чем гуляет? Ты куда, на мост пойдешь? У тебя там что-то висит какая-то штука. Приехали, вот там сзади идет мужчина. А он здесь без штанов ходил. Без штанов. С голым пиписькой. Короче, он, видимо, искупался. Морж, морж, морж. И ходил тут. Свистел передом. Так сильно качает. Вроде ветер, что нельзя сказать. Чересчур сильный. Ну что, еще не клюнуло? Нет. Ты думаешь, будет клевать? Ага. Если бы так было легко, то у всех была бы рыба, да? Ой. С утра был такой сильный дождь, просто ливень, ливень был. А сейчас солнце светит, даже не верится. Но ветер все равно. Ветер сейчас по радио сказали, что пригонит холод, и надо менять колеса, записываться как-то. Озеро Марду. Ну, идем, ждем рыбу. Вот такой вот плакатик, стенд у озера Марду. И здесь написано, что мусор выбрасывать запрещено. Значит, частному лицу 800 евро штраф, а юридическому лицу до 20 тысяч евро. Вот так вот. Нельзя, нельзя засорять окрестности озера. Даже мусорка есть. Вот это да. Стаканчик один улетел там. Вот там мой муж. Вот там. Правила поведения на пляже. Или, вернее, на озере, около озера. В купальный сезон запрещается. Брать с собой животных, моторную лодку использовать, ловить рыбу в купальный сезон, курить, пить или стекла разные, как говорится, там пить нельзя, стирать белье нельзя, мыть машину, рвать костры и мусорить. Находиться в голом виде тоже нельзя. Исключение дети дошкольного возраста. Вот такие у нас тут правила. Парень пришел вот с девушкой и сразу же поймал рыбку. Он говорит, только забросил. А потом, сколько раз не кидает, ничего не получается. А у тебя хоть клюнуло раз? Кто? У тебя? Нет. Ну. Сиди. Ой, как качает. Прямо это самое вот. Сюда аж брызгает. Сидеть.
кармана. И это самое. Муж говорит, это, видимо, для зимней рыбалки. Для зимней рыбалки, да? Да. Да, для чего вот ее пробили? Дерево срезано. Вот здесь, видишь, прям шурупами прибита сама. Непонятно. Это дом для этих самых, что ли, для насекомых. Там, потому что тоже дырки насверлены. В общем, чего только не придумают. В общем, у каждого свое хобби. Смотрю, еще один мужчинка стоит попы кверху, тоже пришел купаться. Правда, он надел кроссовки, не знаю, в кроссовках что ли, не стала я уже ждать. Вот, другие вот рыбу ловят, кто семьями. А вот я смотрю, думаю, что там такое, интересно. Я уже не пойду туда. Какая-то парковка, что ли, там, парковочный автомат или что сделаю. В общем, вроде как тепло. Тепло, но ветер все-таки сильный. Если посидеть там, то холодно. В общем, кто гуляет по дорожке туда-сюда, туда-сюда. В общем, у каждого свои развлечения. А мы сейчас пойдем домой. Домой. О, и тут рыбак. И тут рыбак. В общем, везде. Везде рыбаки. Он, наверное, клюет, раз сидит. Что хотел мужчина-то? Живца поймать. Живца? Живца реально поймать? Я нет, нереального. Тут, смотри, тоже сидит. А этот бадон. А так он приехал ловить? Кто? Ну, этот мужчина. Малька хотел поймать. Ну, я поняла, что малька. Я сказал, что не поймаю. А, ну, не будет ловить, значит, да? Нет, конечно. Ну, ясно. Да, какой-то ветер как-то холодный стал. Или солнце ушло.